Всем привет! Сегодня будем смотреть постройки Максима. А, тебя не слышно. Это я просто молчу. А, ну что это такое? Автобус? Это автобус 320. Автобус пас 3205. Так, двери не открываются, тут без коллизии. Ну да, тут они без коллизии просто. Ну, понятно. Ну все реалистично. Палочки есть, стульчики. Только есть. Я руль сделал и приборную панель. Это я собирался сделать. А управлять просто вот так можно? Да. Без всего а этого. Еще от тебя внизу там переключатель, он включает свет в салоне. А ехать на нем можно? А, да, сейчас. Мне кажется, он на земле стоит. А. Мне надо воду. Ты на нем хотя бы раз ездил? Я ездил, у меня просто там проблема, сейчас его приподниму немного. А, ну и так сойдет. А чем ты этот автобус построил? Повтори. Что? Повтори. Зачем ты этот автобус построил? Ну, я решил просто построить этот пазик. Это один из моих любимых автобусов. Так, теперь рассетайся. Ну, теперь он без анчора, и теперь можно на нем кататься. Ну, теперь давай его рассмотрим. Ладно, тут в дерево немного въехал. Это автобусная остановка. А ты куда? Зачем ты убрал? Ну, я зареспавнил заново. Я же специально это все делал. А как ты его хотел приподнять? Да, я его хотел приподнять из-за того, что колеса там под текстурку упали. Из-за этого я, когда с него коллизию убрал, он не ехал. Так, ну, а для чего ты его построил? Ну, я просто решил построить его там. Ну, там, на сервере. Вообще, я смотрел в Ютубе, вбивал пази. Там вообще ни в Ютубе, ни в ТикТоке не было людей, которые построили пазик. Я решил заняться постройкой его. А, понятно. А почему двери зайти нельзя? У меня деньги есть, я могу выплатить. Так, сейчас. Что с дверьми стало? Кто их сломал? Ё-моё. У меня тут везде коллизия стоит теперь из-за чего-то. Ну, можешь через окно переднее войти. Это так проще будет. Гениальная технология. Да через окно даже не пролезешь. А, автобус угнали. Стой, я его остановлю. Там, короче, я сбоку переднее окно коллизию убрал. Все, теперь никто не угонит. Вот, через окно можно зайти. А, понятно. Так вот, что произошло с коллизией, я не знаю. А через люк можно заходить? Через люк, ну, это я еще не проработал. Я не вижу в этом смысла особого такого. Это если ты коллизию везде включишь, двери заблочишь, как сейчас, тогда можно будет через люк попасть. Ну, это необходимо очень. Ну, тогда так и сделаю. Так, ну здесь сиденье. В принципе, все нормально. Двери закрыты. Можно выпрыгнуть через окно. Всё нормально. Так, ну, кажется, в этом автобусе больше ничего нету. Ну да, я его сделал таким простеньким. Я еще хочу двигатель туда сделать. Сейчас, мне... Нет, нельзя. Ну, давай тогда дальше. Ну, я сказал, давай дальше. Сейчас подгоню автобус. А, за меня подогнали. Ну, я говорю следующую постройку. Я обычно говорю, давай дальше. А, ну, я только пазик приготовил. Да? Да. Ну, до этого я строил вот такой дом на колесах. Автобус. Вот это я там построил. Это был пазик. Ну, я перед сделал, как у пазика. Вот это дверь. Самое лучшее. В этом пазике даже спать можно. Ну да, это я проработал. Там наверху еще туалет есть. Только нужно уменьшиться. Да, чтобы сходить в туалет, нужно очень сильно похудеть. Да, вроде это конфета. Да, она. А как наверх попасть? Наверх там есть. Вот здесь. А, стой. А если ты едешь, как тебе в туалет попасть? Вот так что ли, как какой-то ниндзя так выбраться, на колесо припрыгнуть, бежать, потом сюда, потом. Ой, только не падать, главное, то разобьешься и потом прыгнуть, на лестницу. Упасть 10 раз. Потом бежать сюда и забежать в туалет. Просто не проработал место для туалета. Ну, тубик как тубик. Только мне кажется, что унитаз больше, чем я. И я могу легко в него провалиться. Ну, это я еще где-то полгода назад строил, наверное. Стой-ка. А что если я растолстеть? О-о-о! Теперь я не вылезу из туалета. Ешь тогда голубую конфету.
Я похудел. Так, пойдем внутрь, рассмотрим командирскую каюту. Здрасте. Там я вроде бы руль сделал. Вроде бы да. Ну да. Ну тогда я не умел там делать. Фиксацию отключи. Да, сейчас. Все, отключил. Теперь попробуйте кто-нибудь в туалет зайти, пока я еду. Сейчас попробую. Че, реально? Я чуть не перевернулся. Попробуй пойти в туалет, пока я езжу. Тебе повезло, что ты такой маленький. Я тебя не раздаю. Давай. Внутрь заходи. Зашел. Сейчас давай кое-что сделаем, чтобы туалет... Ой, да у тебя дверь открытая. В туалет можно было заходить. Надо сделать, чтобы ты мог попасть в туалет. Я его выключил. В туалет не иди, иди в машину. Ты сейчас, пока я буду ехать, будешь стараться попасть в туалет. Скоростью колес поменьше поставь тоже. Что поставить? Скоростью колес поменьше. А, скорость... Сейчас. Нам нужно выкинуть одного пассажира. Слишком тяжелый. Тридцать пойдет. А, меньше. Машину заносит. Тогда 10. А! Кто это сделал? Все, перезагрузил. Петран, строил ту штуку, которую строил я. Давай тогда ты будешь водить, а я в туалет. Нет, я в туалет. Поставь у колес скорость на 10. Ладно. Просто сейчас с тобой поставлю. Не получается. Я сплю. Поехали уже. Да, сейчас. Все, теперь поехали. Мы едем на автобусе, а я хочу в туалет. А! Мне нужен туалет! Но где же этот туалет? А! Он на улице, вон там. Нужно подняться наверх, и там будет туалет. Мне нужно попасть туда. Так, для этого мне нужно выйти из машины. Пройти назад. За... Стой. Не надо. Так, ладно, поехали дальше. Так, теперь мне нужно осторожно подняться по лестнице. Стой, назад. Назад давай. Стой. О, деталь зацепилась. Как оно туда попало? Поехали. Понимаю. Что сейчас было? Поехали домой. Надо. Ну как реально в туалет попасть по-другому? Ё-моё! Скорость побыстрее сделай. Супер скорость. А, все, поехали. К сожалению, я не смог забраться в туалет после 10 неудачных попыток, и поэтому идем дальше. Только эти две постройки, если честно. Сразу. Ну ладно, спасибо тебе большое. А, больно. Ладно, пока, мне пора. Ладно, пока.